Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Skoda Octavia 2013 года выпуска, 1.2 турбо. Пробег у автомобиля 172 тысячи километров. На свечке выгорел электрод. То ли дефект заводской, то ли что. Ну, отгорел нижний контакт, сейчас покажу. Поэтому заказали оригинальные свечи. Сейчас мы их заменим. Снимем воздуховоды. Сидит жестко. Боюсь порвать.
Вроде все герметично сидит, но тем не менее на свечах грязь есть. Возьмем компрессором, выдуем. Вот такая свеча. Ну, получается только одна свеча на этих нагар разный. И, честно говоря, вот и свеча другая. Новые свечи будем оригинальные устанавливать. Volkswagen, все. Но Made in Japan. Фирма NGK идет. Номер ее 04E905601B. Такая свечка. Подтянем динамо ключом 25 ньютона-метров. Ставим на место катушки, но катушки я, наверное, все-таки силиконом брызну, чтобы потом снимались не так. Именно резиночку.
Одеваем на место разъемы. Патрубок. Все, попробуем завести. Все работает, все устойчиво. На этом замену свечей мы закончили. Всего вам доброго.